Добрый день, дамы и господа, с вами Бадашко Александр, и это «Правовые системы». Сегодня у нас уникальное видео. Я хочу рассказать немножко о себе и, конечно же, о той идее, которой я в последнее время очень вдохновился и стараюсь ее сопровождать вместе со своей деятельностью, чего и вам, конечно же, рекомендую. Меня зовут, как я вам сообщил, Бадашко Александр, я являюсь адвокатом. Уже достаточно долгое время, начиная с 2006 года, я предоставляю юридические услуги населению, а также юридическим лицам. Вот. И если, как вы заметили, на своем канале «Правовые системы» в YouTube, начиная с января месяца 2014 года, я снимаю различные видеоролики, обучающие видеоролики, делюсь с вами секретами, совершенно бесплатно, и это действительно полезные советы. Если я в своих роликах говорю о том, чтобы необходимо все-таки обеспечивать понятие правоотношений между государством, людьми, вот, всеми вот этими субъектами правоотношений, чтобы было достаточно все понятно и просто, то есть упрощать законодательство, то, конечно же, партия 5-10, Геннадий Викторович Балашов, говорит о том, чтобы упрощать налоговую систему, убирать полностью все налоги, чтобы государство пошло вон из экономики. И благодаря вот этой идее, конечно же, я также вдохновился и решил стать, так сказать, членом партии 5-10. Это первая партия, в которой я действительно вступил, осознанно вступил, и первая партия, в которой я вообще нахожусь. Что касается вот этих идей, то, конечно же, партия 5-10 является, наверное, самой исключительной и одной из немногих. Я бы даже сказал, единственная партия, которая действительно имеет какую-то идею. Потому что какую бы партию вы ни взяли, несмотря на то, что где бы она ни находилась, или же на территории Украины, или же, конечно же, за границей, берем США, там Европа, то нету ни одной партии, которая бы действительно хотела обогатить население Украины или население своего государства, чтобы оно имело деньги. Имело деньги для того, чтобы позволять себе различные вещи. Опять-таки, законные вещи. То есть, конечно же, я всегда смешиваю закон, то, что я, о чем я говорю, и то, что декларирует партия 5-10. И партия 5-10 действительно является идейной партией, и благодаря идеям, существующим в партии 5-10, 5% с продаж и 10% социальный налог, то есть с вашей заработной платы, то этого действительно достаточно будет, чтобы вы могли себе позволить отдых за границей, ваши дети могли учиться в лучших университетах, медицину вы смогли себе оплачивать, а не ждать того подачки, которые государство вам, возможно, предоставит. И, конечно, я хочу сказать о том, что партия 5-10 является идейной партией. И на самом деле она думает исключительно о том, чтобы, как я еще раз говорил, повторюсь, чтобы деньги у вас всех были. Потому что сегодня деньги являются главным инструментом. Если у вас деньги, вы сможете себе спокойно все позволить. Автомобили, как я сказал, путешествия, учебу, медицину. Вы можете себе обеспечить старость, не ждать и не надеяться на государство. Поверьте моему опыту, и это связано с юридической практикой, то государство никогда не думает о вас. Если у вас в законах даже прописано у нас о том, что вы имеете право на какие-то льготы, то вы должны, обязаны, даже имея вот такие льготы, права на определенные социальные выплаты, скажем так, то вам необходимо выгрести это все у самого государства, то есть решение судов необходимо. И сколько много я воевал по тем же инвалидам Чернобыля, по тем же работающим пенсионерам, по тем женщинам, девушкам, которые вышли в декретный отпуск, то даже если вы выигрываете первые суды первых инстанций, то дальше вы проигрываете. И вся вот эта вот нищета сознания, она появляется только тогда, когда государство лезет в ваш карман и не может вам абсолютно ничего предоставить. Мы не просим у государства абсолютно ничего. Партия 5-10 чисто партия, чистейшая, потому что она выступает именно за ваши карманы, чтобы у вас водились деньги, чтобы каждый гражданин Украины, я еще раз говорю, гражданин Украины, имел право позволить себе многие вещи. Конечно же, это вещи, связанные с деньгами. И когда государство уберет свои лапы, руки из ваших карманов, из моего кармана, тогда вы действительно сможете на себе ощутить всю прелесть экономического процветания страны. И в первую очередь, конечно же, будет речь идти именно о вас, о ваших семьях, о ваших детях, родителях и так далее и тому подобное. Поэтому еще раз я хочу призывать всех людей, тот, кто записан на моем канале, тот, кто, возможно, интересуется той же самой политикой,
юридическими моментами, правоотношениями в обществе, в государстве, деньгами. Заинтересуйтесь этим движением. Заходите, подписывайтесь, подсаживайтесь на канал Балашова, подсаживайтесь на канал Черкасской областной ячейки партии 5.10. Вы будете видеть каждый день практически все новые и новые для себя моменты. И эти все моменты связаны о том, потому что речь идет о деньгах, и что является самым главным на сегодняшний день, то эти все моменты для вас будут первостепенными и определяющими. Поэтому я опять-таки всех призываю, пожалуйста, присмотритесь к этой партии, она действительно вам поможет. Вы сможете реализовать себя благодаря этой партии. Забудьте о том, что государство вам что-то должно. Государство вам абсолютно на самом деле ничего не должно и ничего оно не обязано. Оно только лезет и спрашивает, когда же ты мне дашь. Когда ты заплатишь налоги, когда ты получишь то или иное разрешение, справку и лицензию и прочее-прочее ненужную ерунду. С большой буквы в кавычках эти все слова я произношу. Поэтому, пожалуйста, заинтересуйтесь. Ну что ж, на этом пока все. С вами был Бадашко Александр, Правовые системы. Заходите на мой канал в YouTube, подписывайтесь на мой канал, подсаживайтесь. Заходите в ВКонтакте, в Facebook, ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, задавайте вопросы, будем общаться с вами. Пишите мне письма на мой электронный ящик правопарада @ukrnet. Заходите на сайт правопарада.com.ua. Да. И, конечно же, мы будем с вами общаться, развиваться и разговаривать на новые темы. Всего хорошего вам, удачи, успехов, любви. До свидания. Пока.